Всем привет, ребята! С вами Лашка, и у меня для вас очередная радостная новость. Как вы все знаете, 14 декабря выходит новая локация с паком мебели Hello Kitty. Стало известно, что это обновление будет бесплатное. Эта информация еще не стопроцентная, но есть большие шансы, что это будет на самом деле. Я считаю, что это будет поистине крутой подарок к Новому году. И это уже второе бесплатное обновление, которое идет друг за другом. Это лучшее, что можно себе представить. Причем следом за ним будут еще и бесплатные подарки на почте. Может, поэтому разработчики говорили, что это обновление снесет вам крышу? Потому что настолько щедрых подарков не было еще за все существование игры. Напишите в комментариях, как вы считаете, насколько правдивы эти слухи. Лично я очень даже уверена, что Токабука способны на такой щедрый подарок для своих подписчиков в канун Нового года. Меня очень радуют все эти новости в декабре. Осталось дождаться магазина подарков в зимней локации. А если и она будет бесплатной, то меня действительно снесет крыша от такой щедрости. Но если ты не хочешь пропустить все новости про обновление, то обязательно подпишись на мой канал и нажми на колокольчик. Я раньше всех стараюсь выпускать все новости про нашу любимую игру. Но на сегодня все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. Все ссылки на мои соцсети будут в описании. Всем пока-пока!